Подмосковными полицейскими раскрыта серия мошенничеств в отношении пенсионеров на сумму более 2 миллионов рублей. Установлено, что злоумышленники звонили на телефоны пожилым людям. Расскажите, пожалуйста, что с вами произошло? Телефонный звонок. Поднимаю трубку голосом таким замогильным, голосом, похожим на голос моего старшего сына. Он говорит мне: «Мам, мама, со мной несчастье. Саша, что случилось? Мам, я попал в аварию». Эта схема не нова и уже многим известна. Мошенники обычно сообщали, что кто-то из родственников задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. За непривлечение к уголовной ответственности правонарушители требовали денежное вознаграждение. Я говорю: «Сколько нужно? 500 тысяч». В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 5 мужчин в возрасте от 36 до 48 лет, двое из которых ранее неоднократно судимы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За что задержан? За мошенничество. Ранее были судимы? Да. Установлена причастность участников группы к совершению 7 аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории региона. По данным фактам, следственными органами возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.